На мой взгляд, подобные мероприятия очень важны для команд обоих компаний. Для Софлайна прежде всего важно с точки зрения развития собственной экспертизы, отстраивания отношений с вендором, настраивания там, на разговор на одном языке и выработки планов по работе, по совместной работе с нашими заказчиками. Мне кажется, для Базальта подобное мероприятие тоже имеет большое значение и большую важность. Вендор изучает там, команду Softline, да, также отстраивает контакты с нашим sales-департаментом, с нашими ребятами из премьер-сервисов и понимает, да, получает такой хороший контакт с, и хороший ресурс для донесения информации про продукты компании «Базальт» до заказчиков и до рынка в целом. Действительно, в прошлом году мы, в общем-то, так классно запартнерились, ну, реально с лидером, наверное, на рынке, с компанией «Софлайн». Да, очень здорово, что кроме экспертизы и компетенций продажных, в компании наращивают, присутствуют и растут компетенции именно технические, технологические. Это очень клево. Мы в самом как там, начале нашего пути, наверное, да, ставили это в качестве основной нашей цели, да, и у нас уже появились реально хорошие истории, когда наши технические команды между собой встречаются, меняются опытом. Хотелось бы сказать большое огромное спасибо компании «Базальт» за организованные мероприятия совместные. На мой взгляд, крайне полезные для наших команд с точки зрения там, обмена опытом, выстраивания хороших отношений. Ну и, безусловно, как бы в конце сегодняшнего дня будет команда образования и формирование плана активности по заказчикам, что, уверен, даст положительный драйв во взаимодействии между нашими компаниями. Мы сейчас погружаемся в технологии, обмениваемся опытом. Коллеги из «Базальта» делятся нам своей технологической экспертизой, рассказывают о тенденциях развития своего продукта. Мы познакомились с линейкой, мы познакомились с спикерами, которые глубоко погружены в техническую экспертизу.